летом 2024-го Гурьевск прочно закрепляется в роли парковой столицы Калининградской области. Именно здесь реализован масштабный и амбициозный проект «Парк света». Оригинальное пространство отдыха теперь доступно любому желающему. Под реализацию смелого проекта выделена часть центрального городского парка, расположенного в самом центре Гурьевска. Большую лесную зону еще в 16 веке предусмотрительно сохранили при планировке города, и она долгие столетия была местом притяжения местных жителей. А с приходом современных технологий, дизайнерских решений и возможностей, этот парк в прямом смысле слова заиграет новыми цветами. Попасть в царство света можно через входные группы со стороны Дома культуры и улицы Ленина. Пройти мимо и не заметить новый объект рекреации просто невозможно. На каждом входе размещены объемные буквы с подсветкой, которые в любое время суток приглашают прохожего насладиться результатом титанической работы дизайнеров и строителей. Подтверждая яркое название парка, внутри расположились сотни подсвеченных деревьев, столбов светильников и интерактивных осветительных установок. Все это великолепие связано между собой единой световой и цветовой композицией. Особая атмосфера парка создается, в числе прочего, разными цветовыми участками и зонами. Необычные в новом парке и пешеходные дорожки. На разных участках пешеходного маршрута можно встретить под ногами и гранитную брусчатку, и разные виды плитки, и даже лиственный брус. Основная прогулочная аллея удивит уникальным градиентным переходом цвета, который достигается сочетанием разных материалов покрытия. Разноплановые по характеру подсветки пешеходной дорожки подскажут красивые названия для новых маршрутов удивительной прогулки. Парк света наполнен непохожими друг на друга живописными локациями, малыми архитектурными формами и, конечно, удобными скамейками для отдыха. Площадки с интерактивным освещением и видовые места обязательно привлекут внимание взрослых и детей и помогут изучить саму природу света во всех его проявлениях. Большая игровая зона, выполненная в эко-стиле, находится на пересечении пешеходных маршрутов. Неподалеку от нее кофе-поинт. Словно центральная площадь города, эта зона связывает разные части парка и привлекает друзей со всех его краев. Большая инсталляция в форме купола и павильон с интерактивными световыми развлечениями также находятся у главной площади парка света. Важная часть парка — это уютная набережная реки Гурьевки. Для того, чтобы полюбоваться водной гладью, можно пройти по дорожке из лиственницы или по интерактивной светящейся дорожке. Многочисленные объекты, составляющие новый парк, можно перечислять часами. Здесь можно встретить подсвечивающиеся фигуры экзотических зверей, но гораздо лучше увидеть все своими глазами. Добро пожаловать в парк света!